Привет, дорогие друзья, мои любимые подписчики, гости моего канала. Сегодня я решила сделать супер кексы. Кексы на скорую руку. У меня будет два вида кексов. Кексы будут шоколадные и просто белые. И будут у меня еще, я буду в шоколадные добавлять орех грецкий, а в белые изюм. Итак, начнем. Я разбила яйцо. Сюда нужно добавить 2 столовые ложки растительного масла. Размешать. Отдельно у меня уже кефир добавлен. И сюда я добавляю прямо вот на кончике ложки вот так вот соду. Размешаем гасиком. Добавляем к яйцам. Сюда же добавляю 4 столовые ложки сахара. В отдельную тарелку 5 ложек просеянной муки. И здесь я уже взяла 1 столовую ложку какао. Мешаем. Добавляем сюда же к яйцам с сахаром. Размешиваем. Добавляем ванилин у меня немножко, можно ванильный сахар, ну вот так вот, достаточно. И орехи грецкие у меня. Раскладываем тесто по формам. Раскладывайте где-то до половины. Потому что они еще поднимутся. Теперь будем делать просто белые обычные кексы. Также к яйцу добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Размешиваем. Наливаем к яйцам. Сахар сюда же. Вылили. Изюм сюда я добавлю. Предварительно я его промыла горячей водой. Сюда уже будем добавлять не 5, а 6 ложек.
Раскладываем белые кексы. Ставим в микроволновку на 3-4 минуты. Все, кексы наши готовы. Вот такие вот кексы у нас получились всего лишь за несколько минут. Пробуйте, очень вкусные, готовьте. Мы уже один съели. Полный рецепт будет, как всегда, в описании под видео. Спасибо, что посмотрели мое видео. Кому понравилось, ставьте пальчик вверх. Ну, всего доброго, до следующего видео. Пока-пока!